Лишившись возможности законного использования источников энергии для обеспечения работы котельной, предприимчивые дельцы нашли иное решение проблемы. Во-первых, они убедили всех, что котельная работает на мазуте. А во-вторых, произвели некую тайную операцию и нашли золотоносную жилу, точнее газовую трубу. Никто не заметил, как за стенкой котельной появилась вот эта вот загадочная постройка. Сотрудниками полиции совместно с «Газпром» «Межрегионгаз Саратов» выявлен факт незаконного потребления природного газа путем несанкционированной врезки в подземный газопровод и подключения через скрыто установленное оборудование к котельной муниципального предприятия, расположенной в поселке Возрождение Хвалынского района Саратовской области. Установлен материальный ущерб на сумму около 9 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.